Каспийске в зале «Торжеств Греции» в преддверии Международного дня защиты детей состоялся праздничный концерт для детей военнослужащих СВО, детей-инвалидов и других категорий граждан. Сегодня за счет спонсора, конечно, с участием спонсоров, для детей накрыты столы здесь с угощениями для них. Также подготовлена праздничная концертная программа с участием аниматоров, певцов дагестанской эстрады. По словам организаторов, дети – это самые чистые и искренние люди, которые нуждаются в постоянной заботе и внимании. Поэтому проведение таких мероприятий необходимо для поддержания внутреннего спокойствия ребят. Дети – это наше продолжение, это наше будущее, это самое большое наше счастье, наша радость и гордость. Я желаю нашим деткам здоровья, благополучие в семьях, чтобы они были в окружении любви и заботы своих родных и близких. Стоит подчеркнуть, что почетными гостями мероприятия стали заместитель главы Каспийска Руслан Учакаев, заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева и многие другие. Они, в свою очередь, обратились ко всем присутствующим с напутственными словами. От того, как мы сегодня будем защищать права наших детей, воспитывать их и передавать им ценный опыт, зависит их будущее. Поэтому государством на сегодняшний день очень много делается для детей, строят школы, детские сады, объекты спорта, дополнительного образования. Я вам хочу пожелать мирного неба в первую очередь, да, чтобы вы побольше родители уделяли внимание своим детям. Завершилось торжество вручением подарков гостям мероприятия.